Исполняющим обязанности гендиректора краевого предприятия автомобильной дороги Забайкалья назначен Денис Волынец, ранее возглавлявший службу единого заказчика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства региона. Волынец работал исполняющим обязанности руководителя службы заказчика с мая 2021 года. Гурулев возглавлял организацию в 2016-2019 годах. В 2020-м его осудили за халатность, из-за которой в недостроенном спорткомплексе Краснокаменска ребенок получил травму и лишился руки. С июня службой руководит судимый за подлог чиновник из Бурятии Виктор Гусляков. Назвать причину увольнения Гурулева в пресс-службе не смогли. По данным источников, Гурулев уволился по собственному желанию. Реставрацию дворца купцов Шумовых на Ленина 84 в Чите продлили на год и закончат в конце ноября 2022 года. Об этом сообщили в Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края. Дворец купцов Шумовых – единственный из 16 забайкальских памятников архитектуры, заявку на реставрацию которого одобрило Министерство культуры России по федеральной целевой программе в 2018 году. За счет бюджета были проведены проектно-сметные работы на почти 1,5 миллиона рублей. Стоимость реставрации по аукциону объявлялась в 11 миллионов 800 тысяч. Изначально работы должны были завершить до конца 2020 года, но после изменения сроков контракта окончание реставрации назначили на октябрь 2021. Рассмотрение коллективного иска о введении системы QR-кодов назначено в Краевом суде на 1 декабря. Об этом корреспонденту «Запру» сообщила инициатор иска, общественный деятель Марина Саватеева. Общественница отметила, что верит в справедливое решение суда, однако в случае нового исхода читинские активисты будут готовы идти вплоть до Европейского суда по правам человека. Напомним, коллективный иск о системе QR-кодов был подан общественниками Читы 11 ноября. Забайкальский краевой лицей-интернат и многопрофильный лицей ЗАБГУ вошли в топ-20 школ Дальневосточного федерального округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Краевой лицей занял 12-е место, лицей ЗАБГУ – 20-е. Из 20 мест 9 заняли учебные заведения Якутска, по 3 – Улан-Удэ и Южно-Сахалинска, по 1 – Хабаровска, Владивостока и Магадана. Юридический кабинет «Забанкрот». Законное списание долгов физических лиц. Индивидуальные условия и низкие цены. Бесплатная консультация. Гарантия результата. Улица Ленина, 27, кабинет 4А.